мини-печь с тремя режимами работы и таймером, которая заменит вам духовку. В этом видео познакомимся с мини-печью Sunwind SEO GL5101 объемом 30 литров. В комплекте печь, решетка-гриль, противень, ухват для снятия противня и решетки, инструкция и гарантийный талон. Эта мини-печь довольно компактная и по размерам напоминает микроволновку. В длину 51 см, в глубину 43, в высоту 30. Благодаря классическому дизайну она удачно впишется в любой интерьер. Прозрачная дверца и подсветка позволяют наблюдать за процессом во время готовки. Дверца открывается с помощью ручки, движением вниз. По бокам, сверху и сзади находится вентиляционное отверстие. Снизу 4 устойчивых ножки. Справа расположена панель управления. Тут 3 поворотных переключателя. Выбор температуры, выбор режима и таймер. Температура регулируется в диапазоне от 90 до 230 градусов Цельсия. Таймер позволяет установить время работы до 90 минут. Режимов работы также 3. Верхний нагрев, нижний нагрев и совмещенный нагрев. Верхний нагрев подходит для приготовления рыбы, говядины и овощей. Нижний нагрев используется для жарки мяса, тушения и варки супов. Совмещенный нагрев оптимален для выпечки, разогрева пищи, подсушивания тостов. Эта мини-печь готовит все популярные блюда – мясо, рыбу, овощи, выпечку и омлеты. Благодаря объему в 30 литров в ней удобно готовить блюда на семью из 3-4 человек. Мощность прибора 1500 Вт. Подойдет и для квартиры, и для дачи. Подведем итог. Мини-печь Sunwind SCO GL5101 станет альтернативой духовке на даче или в квартире с маленькой кухней. Она оснащена тремя режимами работы и таймером, и отлично подойдет для приготовления мяса, рыбы, овощей и выпечки.